Здравия желаю. Сегодня разберем немножко теории, так как сейчас жду из Китая два реле, вот-вот должны подойти. На базе этого реле все и должно пойти. То есть заминка за реле была. Вот, много дерьмо, много спалил. В чем же смысл? Смысл разберем, почему, как сделать все БГТ. Сейчас мы нарисуем, а то так сами не поймете, я не пойму. Значит, вот что. Смысл вот в чем. Вот мы ставим простой, как у меня БГТ, БТГ мотор. Генератор. Видите? Вход. Вот он. Тут, допустим, входное питание. Любое может быть. Лучше автономное. Входное. Вход. А тут выходное питание. Выход. Так. Вот это, допустим, у меня как вот сейчас стоит 225 ватт. Вот. А это 420 ватт. На выходе получаем 500. 500 ватт. Так. А здесь я... поставил. Так. Что происходит, если цепь замкнутая здесь? Вот это все тепло. Вот это тепло. Система, допустим, счетчик. Вот счетчик. Счетчик видит, или счетчик видит, как одно целое. И вот это вот 225, он считает вот эти 500. Получается 725, на счетчике 725 будет. Правильно? Почему? Да потому что он считает на проводе, тепловыделение на проводе, а провод-то единый здесь вот. Вернее, то есть вот вал. Но тем не менее, тепло это единая система. Значит, надо вот что сделать. Для чего реле? Вот тут разрываем, ставим реле, разрываем. Вот так. Ну вот. Ну, значит, секунду реле. Секунду одну ставим. Секунду открыто, секунду закрыто. Так, дальше. Это еще не все. Здесь тоже ставим реле. Здесь ставим реле. Вот так вот. То же самое. Секунду открыто. Одну секунду. Секунду закрыто. Но! Когда здесь открыто, тут закрыто. Закрыто. Так. Когда здесь открыто, тут закрыто. Вот у меня не выходит с такими реле, которые я показывал от кондера. Значит, я же опять заказал китайские. То время поставить надо. Здесь на секунду позже будет все. И наоборот. А так от руки не подгадаешь. И вот что получается. Это вход идет 225. Вход 225. Вот он прошел.
И вот так 225 и идет. Потребление 225. А отсюда уже выход. Когда здесь отключилось, здесь уже выход 500 отсюда. Вот. А здесь вот, здесь отключено, а тут включилось, открылось. Здесь это не идет, то есть они вместе, они разъединяются. И тогда у нас получается, вот и получается у нас 225 и 500. И также на счетчике. И также будет, допустим, если будет не счетчик, а батарея какая-нибудь. Ионистор. Вот. Лучше отдельно, так как счетчик он все равно смотает. То есть 100% не будет БТГ. То есть вот такая вот система. И получается, у нас вот при таком разрыве все это работает. То есть надо разрывать. А иначе оно все вместе. На этом сегодня все.